И доброе утро, дорогие радиослушатели, примкнувшие прямо к ним сейчас, зрители канала Саха-24, в эфире рубрика под странным названием «Якутск сегодня», поскольку речь-то о тех вещах, которые мы будем сегодня говорить, они распространен не только в Якутске, который является, конечно, да, административным центром, да, является крупнейшей рыночной точкой для населения республики и так далее. На самом деле, вещи, которые, о которых мы сегодня поговорим, они распространены везде. Есть народные мастера из, там, из Булунского улуса, есть народные мастера из Тампонского. В Якутске их накоплено большое количество. И вот как монетизировать народные промыслы, народное творчество? И чем отличается ремесленничество от, может быть, тех же элементов легкой промышленности, с которым мы с Андреем Пановым очень много спорили. Об этом мы поговорим сегодня с нашими спикерами, среди которых представители Министерства инвестиционного развития, представители Республиканского Алмаз-Эргенбанка и представители Министерства культуры и духовного развития. Александр Андросов, вы какой... Заместитель министра инвестиционного развития Александра Старостина. Анастасия Старостина. Руководитель группы по продвижению продуктов малого и среднего бизнеса. Малого и среднего бизнеса. И Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития. Давайте мы начнем. Я вот немножко причастился, скажем так, к ремесленничеству. Да? Ну, не скажу, что там сидел, вырезал там всякие вещи и так далее, но формально для себя, не для продажи, а какие-то вещи попроделывал. И столкнулся, конечно, с людьми, которые занимаются этим. Mm-hmm. Ну, в основном это мебельщики, это те, которые занимаются кожей и так далее. Грамотного подхода к маркетингу у этих товарищей сейчас нет. Практически нет. Угу. То есть повсеместно мы видим там откуда-то взятые с потолка цифры для своей продукции, да, абсолютно неудобоваримую подачу своей продукции, абсолютно незнание, может быть, какого-то даже вот этого мелкого, узкого, ограниченного рынка, который, а как же им выходить на широкие просторы и так далее. С другой стороны, есть совсем молодые ребята, которым отец, надоело ему кормить, скажем так, сына своего великовозрастного, он купил ему станок, говорит: сын, ты умеешь вот это вот сделать, на кореле умеешь работать, вот сиди, вырезай фигурки, продавай и зарабатывай сам. Ребята выходят на Питер, ребята выходят на Казахстан фанерными вот этими вещами, да? И вполне нормальные деньги для себя делают. Похвально, да? А вот как же нам, наших товарищей, которые занимаются народными промыслами, я не говорю научить, а как их привлечь вот на светлую сторону, да? Чтобы они не формировали какие-то дикие абсолютно прайс, который не только что заезжих, вернее, местных, да, но и заезжих туристов тоже отпугнет. Вот мы же еще и говорим и о развитии туризма, для которых вот сувенирная продукция и так далее – это основа основ. На гостиничном, на сувенирном бизнесе должно строиться развитие туризма. Все-таки давайте мы начнем с корней. Александр, если мастер Николай, допустим, из Таты, сделал очень красивый резной стол, да? Резной стол сделал для себя. Это народное промысло. Согласны? Да, штучный. Штучный товар абсолютно, который он сделал ручной. Но если он научил своим умением 5 человек и разделяет их на 5 групп, допустим, да, и по лекалам вот этого его стола начинают, ну, чуть ли не в мелко промышленном масштабе клепаться вот эта продукция, которая идет, это уже? Если они находятся под одной крышей, то это уже производство. Пускай мелкоштучное, но производство. Мелкоштучное, но производство. Угу. Вот. В чем, скажем так, плюсы и минусы нахождения, скажем, в тени и в свете? Ну, скажу, конечно, да. Ну, так как мы Министерство инвестиционного развития и предпринимательства, основной наш контингент, конечно, это субъекты малого бизнеса. А из плюсов, минусов, непосредственно для самих производителей, да, ремесленников или кого-либо еще, я хотел бы сказать, что если они станут предпринимателем, как вы сказали, Дмитрий, выйдут из тени в свет, да, угу. Во-первых, это их будущая пенсия. Они будут производить платежи фонда социального страхования, пенсионный фонд, это их обеспеченная, ну, сколько это можно сказать, старость. Плюс, если ремесленник станет предпринимателем,
есть определенные преимущества от государства. Это различные механизмы государственной финансовой поддержки. Мы, как министерство, можем предложить ему разместиться в бизнес-инкубаторе, вы сказали, Татинский улус. Есть у нас там бизнес-инкубатор. По льготной цене он может там разместиться в течение 3 лет, оплачивая абсолютно льготную арендную плату, производить свою продукцию. При этом он будет поддерживаться не только льготной арендой, но и различными консультационными механизмами, как вы вот сейчас вначале сказали, не знает, что сделать, как продвинуть. Реклама, маркетинг, разработка бизнес-плана, продвижение его товара и прочее, прочее. Все это бесплатно ему будет предоставляться как субъекту малого предпринимательства. Я считаю, что это довольно-таки большой плюс и преимущество для того, чтобы ремесленнику выйти из тени и зарегистрироваться. Он будет решать как сегодняшние свои проблемы развития, так и свое будущее. Но согласимся, что население наше, оно, не побоюсь этого слова, пофигистично. Да? То есть ему сейчас важны быстрые деньги, которые он получит здесь и сейчас, чем какие-то накопления в свой пенсионный кошелек и так далее, и так далее. То есть он считает абсолютно искренне, что государство его обдирает вот этими страховыми выплатами, вот этими пенсионными выплатами там, и так далее, и так далее. Да? То есть одни налоги чего стоят. Да? Как все-таки еще раз преломить сознание людей и... Мы говорим, что это ваше будущее, это так далее. Ну, человек говорит, а вдруг я завтра умру. Ну, много таких фом неверующих, которые считают, что государство их на каждом шагу, скажем так, своими поборами и так далее, не дает развернуться. Так ли это вообще? Есть ли у нас примеры удачного вот такого предпринимательства, которое вот вышло с мелкоштучного и развивается уже в таком масштабе? Ну, наглядный пример у нас есть. Вот буквально в прошлом месяце открыли на 50 лет Советской Армии торгово-выставочный центр «Сахамебель» называется, да? И там выставляются предприниматели, которые производят в том числе, ну, в первую очередь, мебель. Там есть и ремесленники в том числе, которые сдают свои поделки на реализацию. И среди них большинство – это те, которые начали, ну, вот, с самого малого и развились, и расширились до масштабов республики, как минимум. Как минимум. Но примеров, скажем, выхода за пределы у нас очень-очень малое количество. Кстати, я справедливости ради скажу, что те, которые занимаются ножами, это довольно большой, скажем, сегмент предпринимателей, скажу, или все-таки мастеров, народных мастеров, наверное, да, которые абсолютно грамотно подошли и к работе в рынке, и они чувствуют конкуренцию, они чувствуют какие-то конъюнктуры рынка. И... Они сравнивают свой продукт с тем продуктом, который представлен вообще на мировой арене, выявили свои плюсы, допустим, да, свои преимущества абсолютные, и участвуют в каких-то конкурсах, в которых у них появляется поле, да, для реализации рынки сбыта не только вот на российский рынок, допустим, да, а на международные рынки. Наши якутские мастера, они же участвуют в разных конкурсах, где там, допустим, 2-3 года подряд удерживают там какие-то позиции по там, лучший нож там, и так далее, там, лучший состав там. Вот. А здесь они здесь очень грамотно подошли с точки зрения того, что они изучили сначала рынок. Вот тот же мастер, допустим, Татинского улуса, который делает эти столы, он должен сначала, как говорится, вот эту вот болванку рынок, на рынок выкинуть. Рынок его сам обкарнает, как ему нужно. И, допустим, перед тем, как, допустим, делать юридическое лицо, регистрироваться, брать какие-то кредитные средства, да, закупать оборудование, выводить это на производство, нужно сначала понять, ты здесь это, на рынке это будет востребовано? Это действительно то, что, допустим, принесет тебе прибыль завтра? Либо это штучный товар, и ты занимаешься этим для души? Да? И здесь вот эта вот грамотная подача товара, освещение вот абсолютно всех тех плюсов, минусов. Мы живем в современном обществе. Если ты работаешь хорошо в улусе, то у тебя есть интернет, у тебя есть средства, те же социальные сети, через которые можно продвинуть свой товар спокойно. А здесь уже существуют какие-то свои определенные уже правила продвижения. Здесь уже учат людей, как, допустим, позиционировать свой товар на пространстве, интернет-пространстве. Какие хэштеги ставить, да, допустим, даже чтобы привлечь иностранных тех же. Допустим, вот недавно зимой на Гоа, в Индии, прошел международный фестиваль исполнителей в органной музыке.
И, допустим, Агатоевской наши хамусы, они есть, и ребята из Якутии тоже участвовали, да? Но они есть и у самих индусов, у ребят с Австралии и Новой Зеландии. То есть наш мастер, он нашел свою нишу, именно определил свой контингент, который вот действительно ценит этот товар, да? Они говорят, что он шаман, что эти хамусы звучат по-другому, да? Он и получается работает с этой целевой аудиторией. Человек с Австралии заказывает хамус только у нашего мастера, зная его звучание и так далее, и так далее. Это, конечно, огромный труд. И... Ну, это тоже да. Вот элемент глобализации. Вот да. Мы, на самом деле, у нас не такая большая история коммерческих взаимоотношений, да, в обществе. И действительно, вот людям сложно это все воспринимать, обучаться, внедрять, поскольку у нас очень много талантливых людей, много людей, которые уникальные вещи делают, но помимо этого им нужно еще заниматься другими вещами. Продавать это тоже искусство, этому тоже нужно обучаться. У нас действительно вот есть механизмы поддержки государственной, но не все воспринимают это, не все готовы это воспринять. Они говорят, вот мы создаем, зачем нам еще потом куда-то ходить и доказывать, что наши произведения это как бы, ну, самые лучшие, чтобы их покупали. На самом деле это необходимо. Вот в нашем обществе мы идем все-таки к тому, что все наши взаимоотношения будут коммерциализироваться. И таким людям, ну, как бы они вынуждены идти к тому, чтобы обучаться продавать. Господа и дамы, а как вы относитесь к тому, что вот допускают наши народные мастера, в том числе, да, вот, плагиатируют у нас и так далее, и так далее. То есть, это есть. Да, это есть. Нет, давайте ситуацию возьмем. То есть методы обработки металла, в данном случае, как Эленкобеген, да, или каких-то бастына и так далее, они существуют во всем мире. Ну, сами вот символы якутской культуры, там чурон, допустим, вот формы, хамус, да, это тоже как бы является предметом и подражания, да, и вот, допустим, китайские производители очень активно это все внедряют. Одна из наших вот как бы тоже функций, задача защитить наших производителей от того, чтобы это было, ну вот, хотя бы на уровне нашей республики, в принципе, есть такие механизмы, есть юридические механизмы, как это можно сделать. И вот мы проводим консультирование там с российским авторским обществом, и нужно проводить работу по патентированию с тем, чтобы защитить наших мастеров. Поэтому, в принципе, все это возможно, но мы как бы должны постепенно к этому идти. Мы в первой части остановились вот конкретно на авторских правах и так далее. Во второй части мы продолжим наш разговор о том, как можно извлечь выгоду из творений народных мастеров. Увидимся через рекламную паузу. Мы продолжаем наш очень интересный разговор. Во время рекламной паузы, как всегда, у нас уводятся, разговоры становятся более интересными. Остановились на том, что уникальный товар мы должны превратить в массовый. Да? Как это делают наши китайские товарищи из Поднебесной, которые идут, извиняюсь, на насыщение нашего же рынка. Да? То есть потребители-то мы, вот этих всех бастына и линкебегер, да? Получается, наш... Те же чуруны взять. Допустим. Те же чуруны, да. Фарфоровые чаруны, да? Ну, ни одно мероприятие сейчас у нас без этого не проводится. Если, только, допустим, Китай... традиционные вот эти вот деревянные чаруны, да, которые вот годами просто делаются и стоят, естественно, там от 100 тысяч рублей, допустим, да? Традиционная якутская и семья, она не может себе позволить это использовать, тем более в повседневной жизни. А сейчас посмотрите, вот те ребята, которые сейчас чарун 21 век, да, камелек и так далее. Мне кажется, у каждой якутской семьи сейчас есть посуда якутская, ну, стилизованная да. Под истинно якутскую посуду. Да. Угу. А почему нет? Почему, если мы можем себе это позволить, не забывая, как говорится, корни, если наши дети это видят, да? Просто это тот процесс, который идет, ну, как бы связан с глобализацией. И можно, конечно, себя изолировать от этого, да, можно. Но на самом деле это к хорошему не приведет. Нам нужно понимать, что мы можем хотя бы на уровне нашего субъекта регулировать этот процесс, направлять его в нужное русло. Пусть, допустим, вот хорошо есть вот фарфоровый чарон, да, но у нас есть своя керамика, нужно переходить на свою керамику.
опять же, чтобы глина везлась не оттуда, да, чтобы глина находилась здесь, да, то есть как бы стремиться к тому, чтобы этот процесс максимально в полезное русло для наших исконных мастеров, например. И позвольте, я вот на две части разделю, да, вот да, то, что мы сейчас обсудили. Я считаю, что тут есть две составляющие. Первая составляющая, то, что Владислав ранее сказал, вопрос патента, чтобы китайцы не подделывали наши исконно народные вот элементы. А да? Это невозможно же сделать. Первое. А второе, это вот то, что мы сказали, чароны, посуда стилизованная под наши, но произведенная в Китае. Здесь уже вопрос, ведь мы же покупаем у местного предпринимателя эту посуду, который везет из Китая. Здесь уже проблема в другом, чисто производственная, вопрос себестоимости, да, ценообразование. Это себестоимость, это оплата работы, оплата труда, все от этого. Мне кажется, здесь мы надо стараться, это все тарифы, это все логистика, это материал. Но опять же, законодательство меняется, да, и становится иногда дороже привозить из Китая, да, то есть, как бы жизнь меняется, может быть, в будущем действительно будут дешевле и производить здесь, и нашими рабочими силами. А может, интернет вообще закроют, и вообще будет только внутренний рынок, да, не будем исключать всякие различные сценарии вот этого, но, еще раз, а есть ли механизмы того, что, вот, допустим, бастына якутская, да, оно исконная якутская, или она должна покупать только у якутских мастеров? Нет же? Нет такого, да. То есть она может обратиться к какому-нибудь, опять же, ремесленнику из Куала-Лумпур, который скажет: ой, я сделаю такое за $5, допустим, да? Ее право. Мы, насколько вот обсуждали с российским авторским обществом, в принципе, есть такие примеры, и можно как бы утвердить эталонный именно предмет якутской культуры и сделать его национальным достоянием. В принципе, это возможно. То есть мы хотя бы на уровне республики можем сделать так, что здесь у нас в республике Саха-Якутия те производители китайские, которые продают свою продукцию, они будут делать отчисления через патент вот именно как национальному достоянию, с тем, чтобы налоги оставались у нас здесь в республике. То есть различные формы могут быть, различные подходы, просто нужно как бы хорошо все это проработать и внедрять. Товарищи, расскажите вот о прошедшем недавно вот форуме. Творческий форум «Экономика креатива», да, вот совместно с Министерством культуры, Массаргенбанк, совместно с Высшей школой инновационного менеджмента, с СФУ, Ассоциации молодых экономистов Республики Саха-Якутия, да, привезли очень крутых лекторов, руководителей фонда Кальверта из Санкт-Петербурга. Получается, что ребята сейчас работают над очень большим проектом, называется «Мастера Сибири». Начали они работу 3-4 года назад при финансовой поддержке «Газпром Ноябрьск». Они объездили все города Сибири, в котором работает эта компания. У них сложилась очень грамотная, крутая команда из маркетологов, СММщиков, очень хороший контент у них, ориентированный на рынки Соединенных Штатов Америки и Европы. И сейчас они на конкурсной основе отбирают очень крутых мастеров, чтобы выставить все это на продажу через сайт. Они вообще очень впечатлены Якутском. И на самом деле у нас действительно много такой интересной продукции производится, о которой не знают пользователи той же сети, нет этого в интернете. То есть это мы вот сами знаем, как жители Якутска, да, как жители республики. И нужно это донести, просто выйти на нужную площадку, мировую площадку, с тем, чтобы наши мастера могли реализовывать свою продукцию. И те же грамотные эксперты, которые давно работают на рынке и внедряют креатив именно не только в больших городах, а в городах маленьких Сибири, они говорят, что у нас очень крутая продукция, да, у нас каждый второй мастер суперпрофессионал, но у нас нет грамотной упаковки вот этого, да, этот грамотный контент, эти же СММщики, эти же правила игры, которые есть на современном поле интернет-пространства, да, и без них уже никуда, и, соответственно, они говорят: окей, если, допустим, в других регионах с этим еще хуже дела обстоят, то вы хотя бы для себя определили, да, допустим, что у вас есть ремесленничество, вот это вот наши народные мастера, которые можно продвигать и как бренд Якутии, как нести как, ну, миру, что вы уникальный народ. Вообще они говорят, что мы как будто на другую планету попали, да, потому что, ребят, вы просто космос. У вас такая богатая культура, такое наследие абсолютное, да,
А вы так долго сидели в капсуле, в вакууме абсолютно закрытом, да, а вас мир просто не знает. И они были в шоке, когда увидели, допустим, из последних коллекций те же Dolce & Gabbana, где наши Хавадаи просто укоротили, да, добавили там немножко своих элементов, и все это пошло, и мир это принял, и рынок принял. Здесь комплексный эффект получается, да, вот мы даже сами об этом полностью не знаем все, да, а на самом деле это же имидж самого города, да, имидж республики. Есть такая вот расхожая фраза, что из того места, где неинтересно жить, уезжают даже богатые. То есть, на самом деле, для людей не столь важна экономическая составляющая, как возможность жить полноценной, такой насыщенной культурной жизнью. И вот нам необходимо это позиционировать, необходимо именно город Якутск и республику Саха-Якутия представлять как место, где живут уникальные творческие люди, которые могут создавать такие вещи, могут их внедрять в жизнь. Да? Возвращаясь к Лене Федоровой, но все-таки же Оланхаленд, он отчасти был посвящен этому, да? Да. Это в том же русле. Это все идет к тому, что у нас сам весь Якутск тоже может стать таким большим Оланхалендом. Потому что сейчас вот кто основной потребитель? Самое главное, это же он, потребитель. Кто это такие? Это новое поколение людей, да, по всему миру, которым вообще не важны материальные блага. Абсолютно. Они живут эмоциями. Они живут впечатлениями, они живут той уникальной атмосферой, тем кайфом, которым они получают от открытия чего-то нового, уникального. И весь мир сейчас уже уходит от масс-маркета. Те же, допустим, бренды, они закрываются. Потому что сейчас каждый хочет носить уникальные вещи, штучные вещи. Хендмейд абсолютно. И на самом деле мы все это можем дать рынку, не только российскому, но и международному. Креативная составляющая, она вот на самом деле везде присутствует, во всем, что окружает человека. Здесь как и нам необходимо это развивать. У нас огромный потенциал. Есть специалисты в аудиовизуальном творчестве, которые тоже уникальные просто специалисты. Здесь как банк, как финансовый институт, мы можем на себя взять роль бизнес-ангела, где сможем сказать мастерам: творите. Вот эту вот финансовую всю скучную работу, волокиту бумажную, мы берем на себя на первое время, чтобы вы вышли на рынок, чтобы вы, получается, встали на ноги, укрепились, и выпустить вот готовый продукт на рынок, и грамотно это все подать, и грамотно составить финансовые потоки. Потому что тоже производство, те же стартап, допустим, да, первое правило стартапа. Это вот не то, что ты начал работать, у тебя через год, два, три, даже максимум пять, все хорошо. Нет. Стартап – это марафон в 10 лет. И это необходимо понимать вообще. Если ты ввязываешься в это, если ты берешься за это, ты должен это понимать. Да? А сейчас у нас, вот, ну, грубо говоря, когда как только появляется немножко лишних денег, не на развитие все это вкладывается, да, а на что-то другое. Мишуру. Ну, грубо говоря, так. Но с теми же функциями бизнес-ангелов очень долгое время и Минпред, скажем так, сталкивался, да, то есть различные вот эти меры поддержки и так далее, и так далее. Где это все? Не, на самом деле все здесь работает. Это все работает. Это все работает, и на самом деле мы людьми. Исполняем поручения. Чем больше ангелов, тем лучше, да, получается? Ну, смотрите, здесь человек, это когда государственный чиновник говорит на своем языке, грубо говоря, да, творческий человек, он не воспринимает. Здесь необходимы вот эти вот переводчики, транслейторы. На самом деле, я сам работал таким. На самом деле мы выполняем поручение главы республики. Глава республики Егор Афанасьевич Борисов в этом году поставил каждому министерству разработать проекты по внедрению местного производства. Uh-huh. И вот два наших направления в сфере культуры – это именно развитие народных промыслов и аудиовизуальной индустрии. Как раз-таки вот мы при поддержке Министерства инвестиционного развития, которое курирует вообще в целом проектную деятельность, которая сейчас у нас формируется, да, мы вот выполняем поручение главы республики. Это общая государственная политика, и нужно понимать, что это не просто вот как бы вот частные инициативы и
Частные хотелки. И на этой возвышенной ноте я бы хотел закончить установочный эфир нашей недельной темы, которая называется «Народные промыслы, ремесленничество. Как это дело грамотно монетизировать, как грамотно подать». Я рад буду вас всех видеть на большом эфире, который состоится в среду в 19:30 в программе «Один из нас». Мы позовем тех же народных мастеров, представителей вот ремесленников и так далее, и поговорим с ними уже в более развернутом формате. Увидимся в среду.